Вот на Рамблере вышла статья, Ефремов отказался от смягчения режима заключения 29 января 2021 года. Адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал о своем последнем разговоре с актером, отбывающим срок за ДТП. Юрист в беседе «Комсомольской правде» отметил, что Ефремов в колонии своей привычной самоиронии, к счастью, не растерял. Артист, в частности, сказал адвокату, что работает укротителем молнии. Хархорин уточнил, что на самом деле актер ставит замки в пошивочном цехе, но в то же время он очень печален, угнетен, не может себе простить этой аварии, признался юрист. Хархорин во время последнего визита подписал кассационную жалобу Ефремова. Скоро ее должны направить в суд. Заключенный добавил к документу короткую записку с просьбой о снижении срока. Ефремов рассказал подробности жизни в колонии. Но вот интересно, зашел у нас разговор о режиме содержания. Вообще-то за подобные преступления полагается колония поселения. Нельзя за неосторожные деяния судить как за умышленное убийство. Но от попыток смягчения режима Михаил Олегович резко отказался, мол, не надо ему никакой колонии поселения, сообщил адвокат. А на этом все.